Ребята, всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Маша, и перед началом данного видео я бы хотела вас попросить подписаться на мой канал и, конечно же, поставить лайк этому видео. Сегодня я немного сменила фон, решила поэкспериментировать. Пишите, как вам сегодняшний фон. Мне он, честно говоря, тот предыдущий мне нравился больше. Буду пить сегодня спрайт. И кушать шаурму магазинную, покупную. Так. Так что пишите по поводу фона. Какой вам нравится больше? Мне нравился тот против кровати. Но там была проблемка, мне при нее написали, что окно засвечивало кадр. Да, я понимаю. То есть либо на том фоне снимать, либо только вечером, либо как-то, не знаю, искать другой фон. Сегодня хотела попробовать на этом фоне снять видео. Посмотрим, каким оно получится. Спрайт. Честно говоря, я достаточно редко пью газировки и соки. Чаще всего предпочитаю водичку. Сегодня что-то прям захотелось. Надо попробовать. Я думаю... ну какая-то соленая чуть-чуть. Что за? Вкусная, но как-то кажется очень острый. Так, до курицы я еще не дошла, потому что тут много лаваша. Да. Видимо, зря я не взяла тарелочку. Придется обходиться так. Пока я только чувствую лаваш. Соус. Это соус, наверное, такой острый. Угу. Пробуем дальше. Сейчас там будет начинка. Я думаю, меньше лаваша. Это кусочек мяса подгорелый. Сначала не поняла, что это. Еще помидорка. Я считаю, что она так крошится. У меня сегодня такая была проблемка с контактом. Сейчас расскажу. По моей вине произошла. Соус убегает.
В общем, вчера мне прислали. У меня в друзьях есть девушка, она, ну как, не моя подруга, но просто так знакомая. Так, очень редко общались, но она у меня в друзьях ВКонтакте, она прислала там, создала беседу с какими-то ее, видимо, другими знакомыми, друзьями, и попросила проголосовать за нее на каком-то сайте. Ну, я всегда голосую, в принципе, мне не сложно. Зашла, значит, на этот сайт. Там было голосование. Но чтобы выбрать, нужно было ввести пароль и логин ВКонтакте. Я не стала вводить, потому что просто мне лень, и я не помню свой пароль, по-честному. И вот. Ну все, я забыла про эту ситуацию. Не стала голосовать, вышла из беседы. Все нормально. Сегодня мне приходит смс от, как это называется, администрация ВКонтакте, что ли. Что типа, недавно вы перешли по вредоносной ссылке. Как я поняла, как раз таки по этой, потому что по другим ссылкам в ближайшее время по каким я не переходила. Все потекло мимо. Ну вот. Написано, сменить пароль. Ладно. Я его, кстати, думаю, поменяю. Захожу, а пароль старый, я не помню. У меня вечная проблема. Я, если даже кто-то записываю на бумажку, я постоянно забываю, куда я кладу эти бумажки, и все равно забываю свои пароли. И вот. Ну ладно, пароль-то восстановить можно, даже не зная старый. Проблема в том, что я сменила номер где-то год назад. У меня ВКонтакте указан мой старый номер. Симку я, конечно, уже вытащила давно. И, по-моему, мой номер этот уже старый заблокирован, потому что уже, ну, столько не используется, а дали другому абоненту. Я даже попыталась найти у себя эту симку, не нашла, чтобы вставить телефон. Потому что там устанавливается пароль, присылается на ваш телефон, номер телефона, пин-код, пароль, как это называется, код, в общем. Я что только не пыталась сделать. И там все так сложно сделали сейчас ВКонтакте, поменять на новый номер. Только через 7 дней можно активировать вот этот номер, что типа должна пройти неделя. Не знаю зачем. Восстанавливать он, конечно, не давал, потому что я и не помню ни пароля, и на старый телефон у меня все не работает. Старая симка. Я очень долго мучилась. Это был как такой замкнутый круг. А еще проблема в том, что я вышла из ВКонтакте на телефоне, я не помнила пароль. Вот почему я его и мучилась. Даже не то, что заменить, а вспомнить не могла. И пыталась и вспомнить, и поменять пароль, чтобы зайти с телефона. Ничего не получалось. Ладно, что у меня в компьютере еще была открыта моя страница. Постаралась там, попыталась по-всякому уже. Тоже ничего не получилось. Ну, а дальше произошло то, что я и ожидала. Значит, мне опять приходит сообщение. Ну, как не сообщение, вот я сижу на своей странице ВКонтакте с компьютера, и там высвечивается на экране, что, типа, мы временно заморозили вашу страницу из-за подозрительной активности. Но я-то знаю, что это подозрительная активность из-за меня.
что я, наверное, раз 15 попыталась там всякие разные пароли ввести, поменять что-то, и они, видимо, поняли, что это какая-то подозрительная активность, и заморозили. Но это оказалось к лучшему, потому что вызвучилось вот это уведомление, что ваша страница временно заблокирована, заморожена. Вот там была кнопочка «Разморозить». Был указан номер телефона, и было написано «Изменить номер телефона». То есть я там ввела свой номер, новый номер телефона, подумала, сейчас опять не прокатит. Но нет. Ну, там тоже я ввела, не помню пароль. Новый номер телефона, мне пришло на него, пришел код. Я его ввела, пароль легко сбросился, и я ввела новый. И сейчас я его себе забила в телефоне, чтобы точно не забыть, потому что это вечная моя проблема. В общем, только после того, как заморозили страницу, мне удалось поменять номер телефона в аккаунте без ожидания, без всякого. Что-то сегодня попадаются хрящики. Вот, без ожидания. И легко сбросился пароль. Но. Есть одно но. И после того, как я вот это все ввела, для того, чтобы разморозить страницу, он мне высветил, типа, ваша заявка на разморозку страницы одобрена. Типа, новый пароль и новый номер телефона вступят в силу только через 24 часа. Я такая, блин, ну ладно. Но это лучше, чем я бы там уже всякого себя надумала. Там пришлось бы новую страницу создавать, что-то там придумывать, взламывать как-то. Ладно, я лучше подожду 24 часа. И завтра зайду, забью уже свой новый номер телефона и новый пароль. Такой вариант меня тоже вполне устраивает. Но это лучше, чем биться и искать новые пароли. Точнее, вспоминать старые, подбирать что-то. Это мне не очень нравится. В общем, я так понервничала, как будто, не знаю, произошло что-то глобальное. И сейчас я, получается, без контакта. Чувствую себя как без рук, правда. Как это всегда бывает, кажется, что тебе там написали кучу, сотни сообщений, заходишь, максимум одно. Всегда, как долго не сидишь в интернете, кажется, что там куча всего произошло во время твоего отсутствия. В принципе, шаурма сегодня вкусная, но вот мне не понравилось, что попались там несколько раз хрящики от курицы. Из этого соуса кажется, что я кушаю поросенок. Извините уж. Тарелочку не взяла. Кстати, пишите в комментариях, всегда ли вы помните свои пароли в различных соцсетях.
Или, может быть, у вас один на все случаи жизни. Это было бы классно. Один придумать на все соцсети. Ну, это не для меня. Я везде так прям пытаюсь скреативить, а потом благополучно забываю свой креатив. Вы уж простите меня за мою речь. Просто мне и покушать хочется для вас, и рассказать эту историю. Поэтому я пытаюсь все одновременно делать. Не, ну соус, конечно, очень вкусный. Очень. Особенно самый кайф шаурмы, когда ты подходишь к концу, весь соус стекает вниз, и тут его очень много. Я прям обожаю это. Да, выше, конечно, очень много. Смотрите. Я уже конкретно поднаелась, не знаю, получится ли мне доесть до конца. Видите, сколько лаваша? Остренько. Или что я сегодня вся в соусе. Смотрите, сколько лаваша. Я не буду есть весь лаваш, потому что я уже наелась. Я просто лопну. Если съем весь лаваш. Еще чуть-чуть подлить.
лаваш долго живется. Не могу уже несколько минут прожевать кусочек лаваша. В общем, все, ребят, спасибо большое за просмотр. Пишите, понравилось ли вам видео, понравился ли фон. Все-таки предлагайте свои, не свои варианты, а голосуйте за предыдущие, может, фоны, которые были, какой вам из них больше нравился. Мне приятно, что вы досмотрели это видео до конца. До встречи в следующих видео и всем пока-пока.